тяжела судьба бездомного пса. Особенно непросто приходится животным зимой. И дело даже не в голоде, а в том, что питомцам негде выспаться. Двери подъездов закрыты, и когда на улице становится все холоднее и холоднее, а животные бродят сутками в поисках тепла, в какой-то момент они просто падают без сил, этого песика зовут Тихон. Дворняга тоже не выдержал холода и однажды свалился прямо в сугроб. Наверное, он счел снег своим домом или последним пристанищем. Питомец лежал там, замерзая насмерть. Еще немного и он бы уснул в последний раз, но, к счастью, о животном узнала добрая девушка по имени Светлана. Она с друзьями-волонтерами отправилась спасать Тихона. Пса удалось выманить из сугроба, и это случилось как раз вовремя. Животное отправили сначала к ветеринару, а потом на передержку. Светлана оплачивала жилье Тихона из собственных средств и с помощью денег, которые собрали неравнодушные люди. Девушка по-прежнему принимает участие в судьбе Тихона. Пес сейчас живет и радуется жизни.